official symbol. Давай. Молодец. Вот, ребята, долгожданная встреча. Эй, красавчик. Ну что, нормально? Как ты? Почти 30 минут. Молодец. Ну, думаю, где-то километра 4, да. Как вы? Нормально. Хили тоже видел. Хили видел, да? Да. Я выходил, он заходил. Поздоровался. Ага. Ты уже этот, я слышал по-английски, ты неплохо. Общались, то потом говорит, пойдем, говорит, у меня, говорит, тебе предложение есть. Потом зашли, давай, я тебя буду снимать, говорит. Потом в конце сам посмотришь, если мне понравится, удалим. Удалим, да? Я говорю, давай, зачем удалять, давай, начал, короче. Молодец, молодец. Ой. Так надо, надо стараться, надо пробовать, все. А у меня два раза. Сколько у тебя причем, да? Две? Одна у меня, одна вот ваша будет. Ага. Мне надо вот эту воду. Вот добавить. Наши хоромы. Да, я вот сюда сяду. Все хорошо у меня. О! Просто Канада, Торонто неплохое место. Вид хороший тоже. Знака метрополитен. Как там еще? Нормально. Доехали хорошо, так свободно. Короче, я мне телефон даду, я тебе спрашиваю, либо отвечаю. So this is gonna be like... It's live on MMA Junkie Radio, so it's streaming on the internet, right? Знаешь, как сделать? Они мне вот вопрос зададут. Короче, ты ответишь в телефон, а я потом переведу. А не, лучше я буду вот так говорить. Да? Да. Скажу вот так, ладно. Hey guys, what's going on? This is Sam Ferdan. I'm here with Khabib Nurmagomedov. Khabib Nurmagomedov. You did good. You did actually very good. I'm going to have Khabib say hi to you guys. Hello, MMA Junkie. Он говорит, что он слышал, что ты неплохо по-английски общаешься. Говорит, ты занимаешься английским? Да, я нормально скажу, просто... Когда рядом с ним, я не могу на английском сказать, когда мы не рядом. I speak pretty good English, but, you know, when my manager is around, I let him handle the job. Ты занимаешься с английскими курсами или ты по телевизору смотришь? Нет, я, когда в зале бою, я все время пытаюсь общаться на практику, совершенствую. Если даже не получается, я все время стараюсь, потому что это опыт и практика, она дает изучение языка более быстро, чем так изучать. You know, I'm trying to practice as much as I can at the gym with the guys. I think it's the most effective way to learn English. Ты встречаешься с Пэт Хилли, который очень опытный боец. Он большой, 155-фунтовый боец. Он часто ломает планы ребятам. И каким образом ты хочешь с ним, как ты будешь с ним работать? Да, я знаю то, что он хороший боец, то, что он входит в топ-10 лучших боцов мира. Ну, у меня насчет этого другие планы. Так же, как и он, я тоже очень многих планов сломал. И будет хороший бой. В бою увидите мой план. У меня для него много сюрпризов. Я a lot of surprises for this guy. You know, I've got my own plan coming, and I'm pretty good at breaking plans as well, and breaking guys. Ты отрабатывал именно позиции, где, вот, скажем, Пэт Хилли, он часто прижимает бойца к клетке, работает коленями, работает удары, как бы тянет время, именно прижимая бойца в клетке и работая оттуда. Ты тренировался именно на это? Да, мы очень много над этим работали. В первую очередь над вольной борьбой, чтобы соперник не мог перевести тебя в партер, чтобы бой оставался в стойке. Работал с такими бойцами, как Джейк Шилдс и Джош Томпсон, Джон Фич. Это у них у всех похожий стиль на Пэт Хилли. You know, I've been working a lot with Josh Thompson, John Fitch, and Jake Shields as well. Kind of, you know, avoiding those type of situations. You know, working on my defense against the takedowns, or working off the, you know, against the cage as well in the clinch. So, you know, I'm ready for that situation. Из всех твоих боев, которые ты провел, ты считаешь, что это самый сложный бой или самый важный бой в твоей карьере? Это, безусловно, самый важный бой, но так как он не состоялся, я не могу сказать, что он самый сложный. Но до сих пор самый сложный это был с Глэйсом Тибо. И после боя посмотрим. Он же может так быстро, как начался, так и закончится.
You know, I think, you know, it's hard to say right now, just because I haven't fought Pat Healy yet. But I think, you know, the toughest fight in my career was Gleison Tibau. He's a big guy, very experienced guy. So, you know, I'd say you'd probably rank him around among Gleison. But, you know, we'll I'll give you a better answer after the fight where I rank. Если вы выиграешь пятый бой в UFC, что ты считаешь, у тебя следующее будет? Скажем, ты думаешь, что будешь драться за титул, либо тебе предложат другого оппонента? Ну, то, что буду драться за титул, я не знаю, это решит руководство, но я буду считать, что если пройду Хели, что я готов драться за титул. Но если они мне предложат еще один бой, я также не откажусь. You know, I think that, you know, I think I would deserve the title shot, but, you know, it's really up to the UFC to make that decision. If they offer me another fight, I definitely wouldn't mind that, and I'll go. Также знаешь, есть возможность, что Джордж Томпсон станет чемпионом, и в АК, как правило, они не любят, чтобы друг с другом дрались, их бойцы. Вы говорили об этом с АК между собой? Да, мы обсуждали это, и скажи, опять-таки, не будем вперед забегать, и если все сложится, то, что я буду драться за пояс, и у него будет пояс, вы сами увидите наши решения. You know, it's we did speak about that. I mean, we definitely, you know, talked about it, we discussed it, but we're not going to jump ahead yet. You know, I mean, if I'm in a position where we have to do it, I guess we'll decide at that time. But at this point, it's too early to talk about it. Хочешь сказать, что он тебя будет в углу? Да, он меня в углу будет скажет. No problem at all. Now, actually, I just wanted to add that. Khabib is going to be actually cornered by Josh Thompson this fight, so they have a pretty good relationship. Khabib just wanted to add that he wanted to thank some of his sponsors, Dethrone, Versa Climber, Insta Loans, and the Fight Spirit Club out of Moscow, Russia. Thank you, guys. One more. Все на русском. Все на русском начали разговаривать. Пока я английский учу, они помогают. Это сколько тебе надо? За 50 часов до этого нам надо 16. Килограмм? 16 паундов. 16 паундов? Одолеешь? Конечно. В прошлый раз у меня было вообще за 30 часов было так столько. А сейчас за 50 часов. Нормально. Да. Все по плану, да? Опережаем 20 часов. Ну, хорошо. Значит, к бою легче будет, да? Да. Дар нам, по-моему, нормальный дар будет, нет? Да, почему нет? Какая дорогая, бро? Пожалуйста, Western Union работает, если хочешь, переводи. Посмотри, для тебя дар мерим. Самый раз. Почему такие? Ты из Кавши? Просим общаться. Кавши, Сан-Дем. И сады кипи. Все. How you feel? Good? Good. Good? Очень красивый вид. И погода очень хорошая. Вот у нас какой бардак в комнате. Это мы только недавно встали. Вот так вот. Хабиб гоняет вес, кушает виноград, киви. И он сколько ему воды надо выпить, смотрите. На 4 часа 4 литра. На 4 часа 4 литра. Это очень тяжело, по-моему. Такая бадья, посмотрите. Конечно, вода. Целая банка. Вот. Вот у нас журнальчик тут лежит, UFC. Тоже он бой скоро будет серьезный, кстати. Ты за кого? Наверное, за Сан-Пьера. За Сан-Пьера. Но Хендрикс может удивить. Когда я UFC смотреть начинал, это Хендрикс. Хендрикса даже не знал. Только болел, поднимался, да? Болел только за Сан-Пьера. Ага. Вот всем пришел. Да. What's going on? Russia, Dagestan. Это мастер-класс.
Давно она у тебя уже? 13 лет, а так она у меня где-то 5 лет, наверное. Да, я видел раньше. Let's do it, guys. Ты на других клипах тоже была. Помнишь, когда в этом сигнале, когда ты снял загадка дальше? Сейчас мы будем бегать 10 минут, потом посидим парной 5 минут, потом заново побегаем 10 минут и борьбу на руках сделаем 5. Все, такая работа, получасовая работа. И потом пойдем, ляжем под полотенце минут 10 и все, сегодняшняя работа закончилась. Life of a professional fighter. There it is. We're getting ready. It's not easy to do. А еще мы тебя побреем. Вью-то, помнишь, Шаха, что сделали? Шаху голову, да? Знаешь, сколько это дало? Вообще ничего не дало нам. Ну там волосы. Что там такого? Самое опасное, знаешь, что? Это паника. Дверь какая-то. Да. Если ты чуть-чуть запаникуешь, вот в голову она уход ударит весь. Да. Блин, там осталось еще 10. Это менталитет. Да, стопудов. Да, психологический человек. Если психологический человек, ну, подготовлен, он может сейчас с этим... Джейком спарринг делал там, в зале. Ну, всю дорогу 3 раунда. Он тяжелее там, раунда почти 20. Потом думаешь, нормально, один раунд поработал. Вроде выложился, но не устал. Потом думаешь, вот что такое психологический момент. Ты как на 5 раундов сейчас? Нормально. Я там 3 раунда работаю, мне все время меняют новых спаррингов, партнеров. И один раунд с другим, второй с другим, третий раунд с другим. И после раунда уже чувствую, что еще могу. А если с одним и тем же делать, это еще легче. Конечно. Ну тебе новеньких этих, свеженьких дают? Он же тоже. Ну это хорошо, отлично. Так и надо. Потому что на 5 раундов надо быть готовым сильно. На больше даже можно быть готовым, но... Вот это, ребята, очень тяжелый труд. Чтоб вы знали. Драться можно хоть каждый день, да? Да. Без гонят. Раз в 3 месяца. Все думают, что это так легко, прям вышел, подрался. Там знаешь, что это? После этого взвешивания? Сразу тебе это дам. А, сейчас поедем, возьмем. Ну, Педиалайт? Завтра Педиалайт. Педиалайт, да. Педиалайт-то возьмем, да. Штуки 2-3 вот так. Да. Можно 3 штуки взять. Чтобы сразу как взвесился, раз выпил. Откроем, все, готово выглядеть. Потом этот Брэндон. Ждать их можно не ждать, понимаешь? Чтоб там не сидеть, потому что Джексон, они пока Джонс весится, это целая история, знаешь? Не, мы пойдем. Нет, пойдем? Там не пол. А. После взвешивания сразу же за кулисами, сразу как всегда. Зайдем? Да. И все. Там перед брендингом, там же минут 10 брендинг бывает там собрание. Можно что-то покушать, потом на собрание посидеть и еще покушать. Надо все время кушать, гулять, чтобы уходило. Кушать. Ну этот, после взвешивания этот. Там мясо такое все, как раньше делали, нельзя кушать. Потихоньку, наверное, маленькое. Сухофрукты можно, орешки можно. Сколько там прошло? Время сколько прошло? Сейчас... 4 минуты. Еще минуты, полторы. 13:40 начал. Да. Не, нормально. В прошлый раз у меня в четверг 10 часов утра было 171. А сегодня в среду 12 часов дня у меня 173. Если завтра в 10 часов вечера у меня покажет, 10 часов утра, в четверг 10 часов утра, если у меня покажет 166. 165, 166, это нормально. А после завтра утром 160, и утром встал, 4 панда убил. Я думаю, вот это и есть план. Сегодня надо просто воду выпить, 8 литров, и чуть-чуть там покушать. Сейчас пойдем воду возьмем сразу. Кушать что будешь? Салат, курицу? Салат, нет, курицу не будешь? Уже ничего не будет. Салат чисто, помидоры, огурцы, зелень. И вечером фрукты перед сном там.
арбуз, дыня, этот, мочегонные фрукты, этот, виноград, воду. И спать лег, до утра походил, я думаю, до 12 уже 165 должен показать. Просто я вчера, когда приехал, было 174. И я еще нормально покушал, салат покушал, ночью перед сном покушал фрукты, воду выпил. Утром 172, 173 пока. Ну, если не кушаешь, нормально. Вечером тоже приду, побегаем. Да, побольше водички сегодня. 7:30 утра сделаем, то что видео фотошют. После этого мы свободны полностью. Когда сам проходишь, бойца начинаешь понимать. Конечно. I hear that Krokop wants the rematch with Fedor today. No, Alexander. Alexander? Doing, yeah, oh, Alexander. Oh, okay. Good to know. Legend the show. Oh, yeah? Yeah. Okay, that's awesome. Nice to meet you. Nice to meet you. Yeah, see ya. Have a good time. Take care. How do you say nice to meet you in Polish? Nie macie poznać. Nie macie poznać? Yeah. It's hard, but... Dziękuję. 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 Sabir. I'm Shanna, I'm with UFC social media, so I'm just going to get a picture of him for to tweet it out. It's your birthday, Friday, right? Friday is his birthday, yeah. I know, we're tweeting it. Oh, you are? Nice. Thank you. Good luck. Yeah, if you don't mind. Я тебе только что хотел написать. Да, извинись. Все нормально, все нормально. Да, да. Молодец, ты ваш. Ты меня обрадовал. Как ваши дела, Саша? А, все в порядке, брат. Хорошо. Сейчас. Адрес какой такой? 253. 253, да? Да. Hello from Toronto, Canada. The equivalent of Times Square in New York. This is where everybody is hanging out. This is where everything happens. Canadian Square. Canadian Square. Смотрите, какая красота, оба. А что, похоже, да, как-то? Да, так немножко. Сейчас покушали. Хабиб сфотографировался со своими канадскими фанатами. Мы покушали, Хабиб не покушал. Да. Хабиб посмотрел, как мы кушали. Вот наши ребята тоже приехали нас встретить. Рустам. С крутой рубашкой боксинг и в UFC. Также Сабир, наш брат здесь. Так что поддержка у нас с Торонто мощная. Куда не поедешь, везде поддержка. У Хили варианта нет. Вот спортивный магазин заходим. На вес из гонки. All right, guys, we're here with Khabib Nurmagomedov. He's about to face Pat Healy this Saturday, UFC 165. Khabib is going to share with us his thoughts on Jones versus Gustafsson fight. I don't know, but I think Jones, he has very good reach, he has very good wrestling game, he has very good grounding game, and good distance. The number one half of town. Fighter in the world, I think Jones. All right, guys, here you have it.
three, guys. One, two, three. Nice. Thanks, man. Very good. Good luck tomorrow. Thank you. Yeah, do you have a card or email? Shoot, I don't have anything with me. I got it upstairs, but. No worries. Look up RedFuryMMA.com. Red Fury? Who is this? Yeah, like this. Some handsome guy, I don't know. It looks nice, though. One, two, three. Nice, here we go. Thank you, Dalsy. We have a last class with you. Check the water. You look in the Indian Husa. Yeah, we're machine. Думаю, не надо быть. Да, поддержка сила, да, всегда. За Дагестан или за Кавказ выезжаешь, два фикса собирать. Да, да. Самое главное. I'm here with Khabib Nurmagomedov, who is fighting at UFC 165. Khabib, how are you feeling right now? I'm good, thank you. It's good. Is this your first time fighting in Canada? Yes, it's my first time and it's my first visit in Canada. How are you on point for the weight cut? Are you looking forward to the fight? Как ждешь боя? Now is сейчас гоняю вес и после вешен. Right now, my main thing is just cut the weight, get ready for the weigh-in, and then after that, I'm going to start working on getting ready for the fight. Now, when you fought Abel Trujillo, you completely out-dominated him with your grappling skills. Against a guy as big as Pat Healy, are you going to be able to grapple him again, or are you going to use more of a striking strategy to get him to Когда ты работал с Лейбоном Трухилом, когда ты дрался, ты полностью его доминировал в грапле. Считаешь, что тебе получится это же сделать с таким побольше оппонентом, как Пэт Хилли? Ну, я думаю, что Пэт Хилли имеет чуть-чуть лучше грапл, чем Абеля. Посмотрим, у нас есть определенный план, сейчас пока раскрывать не будем. You know, I think that Pat Healy certainly has a much better grappling than Abel Trujillo. But, you know, I'm definitely not going to really disclose any of my plans right now. I mean, I got some good surprises for you. Now, you are the top of a bunch of new East European fighters that are coming to the UFC. And it seems like there's a lot of untapped talent that's coming to UFC and Bellator. What does it seem like here in East Europe? Or what makes you guys so good? Сейчас очень много бойцов из Восточной Европы, из России, в частности, попадают в UFC, попадают в Bellator, очень хорошие результаты показывают. Как вообще ММА в Восточной Европе на данный момент? И в чем ты думаешь, у них секрет этих бойцов? Ну, сейчас там ММА очень хорошо развивается. И я считаю, что там очень много бойцов, не хуже, которые могли бы выступить в UFC. Просто им нужен хороший менеджмент и хороший опыт боев, проведения в клетке. В клетке мало проводится в Восточной Европе. И думаю, со временем проблем не будет с таким менеджером, как... Мой, например, Сэм Карден, и если через него, я думаю, нормально все будет. You know, I think that there's a lot of talent in Eastern Europe. I think there are a lot of good fighters who can definitely become champions of the UFC or at least be in the top 10. I think that, you know, in the past they haven't had access to the UFC or Bellator or any of the top organizations. You know, with the right management, like my manager, Sam Carden, with the right management, I think that these guys will have a chance, and I think we're going to see a lot of them coming here. Now, you're on 4 wins straight, and a lot of people would say that you are top 10 already. If you win against Pat Healy, is it time to start talking about Khabib Nurmagomedov against Anthony Pettis? Ты уже выиграл 4 боя подряд. Если ты выиграешь у Пэт Хилли, ты думаешь, уместен разговор Хабиб Нурмагомедов против Энтони Пэттиса? Я думаю, да. Это просто я не люблю вперед забегать, и сейчас мой соперник Пэт Хилли. И после боя уже видно будет. Но я считаю, что на данный момент я готов подраться за пояс с любым бойцом. I think that yes, it's definitely a possibility. I don't want to jump ahead right now. I want to just focus on fighting Pat Healy at the moment. But I'm ready to fight any of the fighters. So I think I'm ready. What's the difference in training in East Europe and training at AKA, which is one of the American gyms? Какая разница тренировочного процесса в Восточной Европе и, скажем, ВК? Ну, в Восточной Европе, я думаю, что вольная борьба намного лучше развита. Не будем восточного, будем говорить в Кавказе. И то, что у нас на Кавказе одна из лучших школ во всем мире. И ну, в ВК она все направлена на ММА,
и там тренируется один из лучших бойцов мира, и этот клуб признан в прошлом году лучшим клубом в мире. Я думаю, что этому даже объяснение не надо. Окей, это I think that, you know, I'm going to speak really more about the Caucasus, so to speak, that's where I come from. I think the wrestling there is superior to the U.S. Wrestling, but overall I think that, you know, the condition and everything that AKA has to offer is much better than anywhere else. In fact, it was recognized as the top MMA club in the world last year, so I think that, you know, that definitely, the results are going to show that. Absolutely. Now, do you get along with a lot of the other fighters that are coming from Europe, or would you ever have a problem with fighting someone like Interstone, who is, you know, in your division and is also a top prospect? Какие отношения с многими бойцами, которые выступают в России, например, в частности там с Уставом Хабиловым, к примеру, вы как дружите или у вас какие-то трения? У нас, ну, Устав тренировался у моего отца, он где-то лет 7-8, и мы вместе с ними выросли, мы жили вместе, и у нас прекрасные отношения. You know, I definitely have a great relationship with Rustam. In fact, he's been trained by my father, Abdulmanap Nurmagomedov, for like 8 years. And in fact, we grew up together, so, you know, we definitely are good friends. Thank you very much, Khabib. Thank you, merci. All right, guys, I'm going to say this. All right, so here's the deal we've made with Bert. If Khabib wins, or when Khabib wins, Pat Healy, Bert will wear the wig. Well, here's the deal. What's the deal? We know that he can fight and Pat can fight. And I told him, if he wins, I'll put that on. And we've been trying to do this, by the way, for a long time. They've been trying to do it for a long time, and that's not a good look for me, a blonde wig. Well, you never know. You haven't tried it yet. You don't know. Well, I just put it here. Okay. One thing I do, I'm a man of my word. I will do just what I said. We got you. Thank you. Awesome. What's going on, man? Bam! Fine. Man. All right. No. Close. Nurmagomedov. Nurmagomedov? Yeah. That's cool. Nurmagomedov. You've been practicing. No, actually not. I was reading it. I was like, gosh, I have to remember. Nurmagomedov. No, how do you say it again? Nurmagomedov. Yeah. Nurmagomedov. Yeah. Nurmagomedov. Very good. Is he the toughest name in the UFC? No. Njokowani. Whoa. Who's that? How do you say in Japanese? You speak Japanese, right? Yes. How do you say go warrior? Go warrior? I don't know, go warrior. Or do you tell him banzai? I'm not worried because of the lucky punch, because ground is so small, so thin, you know. Only hit one punch like a cane, kind of here. Yeah. Yeah. Against the Santos. Yeah, the Santos like here. Anything can happen. One punch. He's very composed. He doesn't act on emotion so much. Yeah. He's very composed. He's calm. His father is very like solid. Really good. Yeah, he's been put a lot into it. Yeah. Good. Very good. Anywhere. I don't know. Like Josh Thompson. Josh is coming to corner. Yeah, good look at him. Смотри на меня, когда отвечаешь. Хочу вот палец, чтобы чуть-чуть сюда дотрагивался немножко. This is how they measure the reach. Okay. Give it a good. Хорошо так. Как орел, растянись. Орел. He's an eagle, so yes. Yeah. 69. 69? Yeah. 69 inches. Cool. What is that in centimeters? In centimeters? 175? 175 centimeters. Cool. And one other thing quickly. So we don't, and so foreign markets get his name correctly, have him say it twice, Khabib Nurmagomedov, and then Khabib Nurmagomedov. You want him to say it? Yeah. Okay, смотри. Два раза скажешь свое имя. Первый раз скажешь Хабиб Нурмагомедов. Второй раз скажешь Хабиб Нурмагомедов. Вот так. Послабил. Хабиб Нурмагомедов. Хабиб Нурмагомедов. Perfect. Cool. That's it. All good? Cool. Thank you, guys. Thank you. Thank you.
Thanks, thank guys. You. Thank you. Have a good one. Thank you. You guys. Thank you so much. Hey, don't tell Pat Healy anything about this, huh? Of course not. Appreciate that. Sorry if I got through. Thank you very much. Appreciate it. Actually, here, you just laughed. No, that's okay. That's not. Не, я этот листья кушал, как этот, как кролик. Ты как? Чё ты? Ну 170 было, почти 171. Где-то если завтра 165, послезавтра, короче, 160 я оттуда сгоняю, шало, на 155. Да, воду пил сегодня, сейчас побегаю, потом еще 4 литра выпью и спать лягу.